Привет, с вами SM Films, и после того, как вы сняли видео, наснимали офигенных кадров с крутым светом, вам нужно задуматься о цветокоррекции, потому что без нее, если вы, конечно, хотите сделать качественный проект, такое видео будет просто стыдно выкладывать в сеть. Мы уже говорили в общих чертах о процессе цветокоррекции раньше, но еще ни разу не говорили о цветокоррекции с лутами или лютами, лац по-английски. Кто-то сейчас в неведении такой спросит, что это вообще за дичь дичная и зачем мне это вообще? На самом деле, вещь зачастую нужная, но использовать ее или нет, решать уже вам, а пока мы расскажем вам о процессе цветокоррекции с лутами за 90 секунд. Поехали! Итак, лут — это аббревиатура и расшифровывается как lookup table. Не углубляясь в точный перевод и расчеты, это математический процесс превращения одной палитры цветов в другую. И да, вы правильно догадались, в народе это называют фильтрами, и делает это сейчас почти каждый из вас, почти каждый день на смартфоне. Если использовать такие файлы на компьютере, то они будут работать почти с любой программой для редактирования фото и видео. Это плюс, но минус в том, что вы не можете углубиться в детали и корректировать цвет до мелочей. Например, если в программе Premiere Pro вы добавите плагин Lumetri на видео, то увидите раздел «Базовые цветокоррекции». Но они нужны именно для коррекции, не для стилизации. А уже в разделе «Креативный» вы можете выбрать любой из установленных, либо файл на компьютере, если вы скачали лут с интернета. Помните, что не все луты идеально подойдут для вашего кадра. Какие-то будут творить реальную магию моментально, а какие-то лучше использовать как отправную точку и немного подредактировать в настройках. И луты вы в основном встретите в трех форматах: 3DL, Cube или Look, в зависимости от вашей программы. Но зачастую Cube подходит для многих. Если вы хотите, чтобы лут появился в списке прямо в вашей программе, откройте Program Files, затем Adobe, в нашем случае, Adobe Premiere Pro, Lumetri, LUTs, Creative и перетащите ваши луты. После того, как вы выбрали нужный лут, можно настроить интенсивность, четкость, насыщенность и другие настройки цвета. Но не забывайте, что эти настройки идут поверх лута, вы не можете контролировать его внутренние настройки. Есть также отличная программа для создания ваших собственных лутов 3D LUT Creator. Очень удобно создавать свои собственные луты, чтобы не лепить нужный цвет каждый раз с нуля, так что зацените, ссылку я оставил в описании. Итак, это было довольно быстрое ознакомительное видео с лутами. Если хотите, чтобы я рассказал подробней о моем процессе цветокоррекции с ними, ставьте лайки и дайте нам знать в комментариях об этом. Также премьера нашего короткометражного фильма «Порог» не за горами, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить его, и увидимся в следующем выпуске. До скорого!